Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем собирается есть кушать. Приятного аппетита! Давайте это делать вместе. Что у меня сегодня? Такой перекус. Ходила же я в спар. Я вам рассказывала, да, что пойду на поиски листьев салата в спар. И купила... Нашла я там листья салата. Купила вот этот вот салатик, мой любимый, ашлянфо. Я не знаю, как он правильно называется, если его где-то готовят в местности. Но у нас на коробочке написано «Салат ашлянфо». С овощами. И чебупица. Написано «Мега сырная». Еще больше сыра моцареллы. Сейчас посмотрим. Только единственный момент, так интересно было. Вот это вот зеленое, видите, тут немножечко есть посыпуха. Она просто лежала в коробке. Не сверху насыпана, ничего, а рядышком. Давайте пробовать. Уже остывает. Не могу понять. Сами вот эти штучки более желтые стали. Мне кажется, они раньше не такие желтые были. И что на коробке написано? Я не стала брать коробку. Написано «Новый дизайн». Это по-итальянски я взяла. Я же еще пепперони. Что будет новый дизайн, хотя уже новая упаковка. С грибами еще. Вот сейчас не могу понять, есть тут грибы или нет. Купила вот этот «Астория». Взяла две шаурмы и две пиццы. Классные соусы. Это две пиццы и тортильи. Так, подождите. А почему он красный? Мне кажется, он раньше светлый был. А, нет, наверное, такой был. В общем, буду макать. Это для шаурмы. И для шаурмы у меня еще есть. Он светлый, да. Давайте еще одну попробуем. Да. Они уже начали остывать. Их надо горячими прилезть. И пока они у меня грелись в микроволновке, был прям такой сырный запах. Прям запах сыра. Ну, сказать, что там больше сыра стало, я не могу. Вот этот салат я не могу есть вилкой. Его надо есть руками. Обожаю. Этот салатик, он просто кайф. 95 рублей стоит, я не знаю, сколько там грамм, ну, много. Ну, очень вкусно. Ну, для любителей, конечно, такой истории. Мне нравится больше, чем фунчозе. Вот этот вот. Появились дамплинги новые у нас. Мне кто-то уже писал. Да кто мне там написывает, а? Мне кто-то уже писал, что Яна, ты видела дамплинги в панировке. Вот смотрите, вот этот вот вообще раскрытый. Я хочу понять, есть там грибы или нет. Ну, пахнет прям сыром. Я сейчас расковыряю. Это же я. Нет, это ветчина. Нет, нету. Очень солено, кстати, хочу сказать. Вот эти вот сами, видимо, тесто тоже сырное. Вот. Писали мне, что появились дамплинги в панировке. И сегодня я увидела. У нас до этого были стандартные обычные с овощами. С креветкой для жарки. Потом у нас в спаре появились другой фирмы, не вот это, не Бибиго или Бингрей, как он там называется. В общем, ну вы поняли, да? Ну, стандартные эти дамплинги, которые мы все покупаем. Появились какие-то вегетарианские за 600 рублей такой же пакет, только другой фирмы. А может быть, и это просто дизайн другой, с манго. Ну, типа, я так думаю, с манго, нет.
я не люблю. Потому что не сладкие, вот эти вот вареники сладкие бывают там с творогом, с вишней, я такое вообще не люблю. Вареники для меня только вот с картошкой, там, с грибами, с капустой. Потому что я сладкое не люблю. Не то чтобы не люблю, но... Ну и все. А потом мне кто-то написал, что появились панировки, и сегодня я их увидела. Тоже они стоят 500 рублей, я не стала покупать. Также они есть что-то там с овощами, стеклянной лапшой. С чем-то еще, не помню с чем. Интересно попробовать. Ну, блин, дорого. Ну, вот правда дорого. Почти 599, по-моему, они у нас сейчас стоят. Я не стала брать. А вдруг они еще не вкусные окажутся. Хотя я думаю, что будут вкусные. Кто пробовал, пишите. Кто не зажал денег и не посчитал это дорого? Кто любит сладкие вареники? Я не знаю почему. Мне вот непонятно. Я считаю, что вареники, это обязательно соленое должно быть. Наверное, это вкусно. Ну и для меня. Так же вот как салаты. Я уже не первый раз, конечно, говорю. Так же как салаты. Вот с ананасом, с курицей, с ананасом. Вот есть салат, тут не помню, как называется. Я вот, мне не нравится. Ну, не то, чтобы прям не нравится. Но я этого не понимаю. Сладкое с соленым. Хотя ананас не соленый, он не сладкий. А кислый. Ну, все мы разные. Вкус у всех меняется, поэтому... Может, я сейчас полюблю это все. Я начинаю разлюблять селедку под шубой. Поэтому... Может, начну полюблять салат с ананасами. Вот не могу понять, есть тут грибы или нету. Понятно. Вкусные. Прям реально такие сырные. Пишут, новинка. Какая новинка? Я уже сколько раз покупала это. Кто смотрит сериал, повышая градус по ТНТ? Вот в понедельник вот этот начинаю, начали показ. Я не буду рассказывать там про трех женщин, которые остались без работы. Мне нравится, очень легко смотрится. Вот очень, да. Легко, прям так, довольно легко смотрится. Все, друзья. Я так наелась. Еще одну съем. И все. Mm-hmm.
Надо было попить что-то взять. Пить хочу, не могу. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, кто на ютубе смотрит. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Целовашки, обнимашки. Ваша Яна. Пока-пока.